Ты что сделаешь? Ты что творишь? Боюк, уйди на... Уйди отсюда! Привет, мои дорогие! Привет, мои хорошие! Я рада приветствовать вас на своем канале. Меня зовут Инга. И сегодня мы с вами возвращаемся в игру Assassin's Creed Origin, Assassin Истоки. И нахожусь я опять в Сиви. Как видите, почему? И все потому, что мне не дает покоя тот самый Анубис. Тот самый позорный шакал, который побил нас. Дело в том, что я попробую я все-таки с ним побиться. Возможно, это у меня не получится. Ну, как говорится, осталось 18 часов до окончания этого экшена. Я прокачала себе лук до своего 21 уровня. Я прокачала себе щит, восстанавливающий здоровье до 21 уровня. Ну и переоделась в какой-то такой более достойный доспех, что ли. Не знаю, поможет мне это или нет. Но у нас есть Реду со своими ежедневными заданиями. Давайте пока мы здесь возьмем Джай, его. Партия оружия исчезла, представь. Да ты найди ее. Там есть пара занятных вещиц. Забирай все, что тебе приглянется. Кто нашел, берет себе. Так, это опять Реду. И это где-то далеко. Так, ну а мы с вами направляемся к тому самому Анубису. Ну где мой клыкач? Догоняй давай. Вот, и попробуем. Попробуем с ним еще раз побиться. Так, я только единственное потеряла, где он. Так, там опять надо отомстить за какого-то павшего товарища. И оно, в принципе, мне, может, и пригодилось бы. Но дело в том, что, ну, не хочется пока что. Пока что не хочется тянуть время, тем более на запись спасения павших товарищей. Насколько помню, Анубис был куда-то туда. И, естественно, я потратилась, восстанавливая, вернее, улучшая свое оружие. Байка там было 8 с лишним тысяч. В принципе, я, считайте, все и потратила. У меня там мало что осталось. Так, я надеюсь, нам тут сейчас не будет напекать голову. А то мне очень не хочется одевать капюшон фараона. Он выглядит по-дурацки. А вот и Анубис. А вот и Анубис. Ну что, идемте. И попробуем. Мы, конечно, будем умирать, друзья. Естественно, попыток у меня будет много. Если ничего не получится, значит не получится. Так, Байк. Ну-ка, лук у нас тот. Меч у нас тот. И это у нас так, да? Это мы бегаем. Ну ладно, идемте. Выходи. Подожди, а почему? А вот теперь побежали. Нет? Нет, вот теперь побежали. От этой тьмы побежали. Че-то, черт возьми, я не тот лук прокачала. О, кончил боевой масс, как замечательно.
Злится, злится Нубис. Вон там были какие-то боеприпасы. Черт, 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 да еже! Почему мы собираемся начать заново? Не собираемся мы начать заново. Так, спокойно, надо просто не торопиться. Убивая его псов, я убиваю его-то, я не пойму. Давай, Байк, восстанавливай свое здоровье. Да ладно. Придется все собирать. Не-не-не-не-не. Бегай, собирай тут эти стрелы. Да. Желательный уровень. Ой-ой-ой-ой, убегай. Вот это вот Смайву, это, конечно, а это еще что такое? Майн год. Так вот оно что. Это следующий этап, при котором нас просто расплющивают. Ну, елки с палками. Уже вечер наступил, мы так долго бились. Ну, наверное, зря это сделала, понятно. Не так страшно эти псы. Сколько страшно эти товарищи, которые выходят на второй стадии. Я-я, давай уже. Пошли. Вот это вот хана. Нет.
Jedem ja i Blake. А, она же время это сразу по 5 стрел стреляет. Это нехорошо. Надо бегать, собирать патроны. Ну что ж, бегаем, ищем стрелы. Да поздно уже, реакция у тебя, Байк, как... прям как у меня. Это еще что такое? Что это за грохот такой? А, во, начинается. Во, начинается, начинается, начинается. Это еще что за... Да нет, ну какое там, да какое там, Байк, 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 беги! А, нет. Да нет, ну не-не-не-не, все ясно. Теперь мне все ясно, почему это 40-й уровень, друзья. Так что все понятно, все ясно, мы уходим. Жалко. Кстати, о птичках мне не восполнили. Мой боеприпас. Давайте-ка я вам покажу, что у меня там прокачано. Снаряжение. Так вот, прокачали мы наш лук. Да, он стреляет по 5 стрел сразу. Несколько стрел. Странно, ну ладно. Так, у нас 17 осталось. Боеприпас нам не восполнили. Вот он, ближний бой. И вот этот вот щит, который исцеление препарирования. Адреналин. Устойчивость, ближний бой. Ну, увы, увы, как видите. Тот ли я вообще взяла? Не, ну тот, да, тот. Это хищник, это вот, который по нескольку выпускает стрел. В принципе, он, конечно, самый сильный, 713 урон. Все остальное не очень. Хотя здесь, конечно, если посчитать, что 5 стрел, выпущенных из этого лука, гораздо больше, естественно, урон. Ну ладно. Так что вот так, и перчатку я себя прокачала. Стабилизирующую, увеличивающую урон в дальнем бою. Ну, теперь все это будет ждать лучшего применения до тех пор, пока мы не поднимемся в нашем уровне. А мы давайте-ка у школы начали серию эту писать. Давайте мы с вами сбегаем и выполним задание Реду. Побежали. Хорошо, что ночь. Прям какая-то флемская звезда на небе у нас. И хорошо, что нам не напекает голову. Послали нас, конечно, куда-то аж за 4 километра.
Дайте-ка я посмотрю на карте, куда это нас заслали. Реда, ты чё, очумел? Ты чё, с ума сошёл? Задание, события 23 уровня. Это как-то неправильно. Так, ну что ж, пока народ воюет, мы едем. Нам еще рано воевать. Друзья, наверное, не знаю, будет ли это интересная для нас дорога. Посмотрим. Потому что в этих-то краях мы были, но сейчас мы пойдем через те области, через которые мы, в принципе, еще не ездили. Так, дайте-ка мне карту. Я уберу значок с Анубиса. Вот. Чтобы он нам не морочил голову. А невозможно следовать по дороге? Как это невозможно следовать по дороге? Хочется посмотреть на нашего скакуна спереди. Ну, я не совсем понимаю, как люди это делают. Каким образом? Не знаю. Возможно, если так. Не-не-не, подожди. Во. Как-то вот так. Эх, Баек. Красавец. Вот, похоже, та самая гробница, из которой мы с вами выбирались в самом начале. Как-то очень быстро прошла ночь. Танубис, явно там идет искажение времени. Да, это та самая гробница. А нам еще дальше. Кстати, клыкач, конечно, резв. Слушайте, а вот там мы с вами не были. Ну ладно, я просто задумалась сменить лошадь. Или мы здесь с вами были? Ах, да. Это второй выход. Так, давай, дружочек, давай. Давай, пока не стало напекать голову. Так, ну вот, начинаются места, в которых мы с вами еще не бывали. Прошла сохраночка. Черная пустыня. Так, ну-ка дайте-ка мне карту, и я посмотрю, какого у нас тут все уровня, это богадельня. О, 27-37, Реду, ты убийца. Ты убийца, Реду. Давайте попробуем как-то пересечь эту черную пустыню и по возможности не нарваться. Не-не-не-не-не, они меня действительно убьют. Я в этом не сомневаюсь. Скоты. Мы попробуем просто-напросто сбежать. Ибо здесь все для нас смертельно. Черт, ты умрешь! Петля, естественно, я умру от одного вашего попадания в себя. Слушайте, правда черная пустыня? Да. Ну, я вам скажу честно и откровенно, я, честно говоря, соскучилась просто по прогулкам, что ли.
по пустыне, по природе. И последнее задание, которое мы с вами выполняли в Александрии, как-то мне сразу этот город надоел. Со всеми его жителями, богемными поэтами и о катастрофа. О катастрофа, там опять кто-то идет. Или это мирные жители? Нет, это мирные жители. Ладно. Черт, 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 они на лошадях. Поэт петляй. Блин, компот! Блин, компот, да отстань же ты, скот! Шайса! О, ну и как туда добраться? Придется как-то, я даже не знаю. Обходить большие дороги, пошли какими-нибудь стёжками, дорожками. Блин. Кто? Стоять. Эй, стой! Не-не-не-не-не-не. Да не надо мне слоу-моу ваш дурацкий! Продолжай! Нашел! Давай, лошадь! Все, отстаньте, господи, не свалиться бы. Все, отстали они от меня. Фух. Куда это нас занесло, клыкач? Давай-ка спустимся потихоньку и осмотримся. Вообще-то, я так понимаю, уже какая-то ноблая область. Баюм. Баюм. Так, давайте посмотрим, что такое у нас Баюм. Ух ты, какое озеро. И, конечно, здесь Филак. И какого 30-го... Кто? Милосердие? Да еще и милосердие Ра. Обалдеть. Вот это да, слушайте. Обалдеть. Карта тут, конечно, фантастика. Фаюм. Зачем нас сюда послал Реду? Я не знаю, какого уровня. 23-го. Ну, может быть, мы как-нибудь сможем. Может быть, мы сможем. И смотря кто. Если там будут крокодилы 23-го уровня, это одно. Или бегемоты. Ага. Кто нашел, берет с собой, если выживет. 25-го уровня бегемоты. И какой-то смертельный крокодил. Так, дайте-ка мне всех. Отдыхает, понимаешь ли. Вот всех, кто здесь есть. Так, спасибо. Давай, Байк. И что, мы промазали? Промазали. Шайся. Ему как-то фиолетово, по-моему. Побежали. Где, кстати, мой лук-хищник? Так. Тут управляемая стрела очень, наверное, будет кстати. Да?
надо держать это дело. Так. Отпянь, да черт! То бы было так все просто. Прячься, байка, прячься. Убивать надо вот этого красавца. Конечно, маленький, что и говорить. Черт. Похоже, это задание отряду мы с вами не сделаем. Резанул и вали. Так, кстати, Пэк, возможно, что здесь... То здесь... Нужно нам как раз будет взять ту самую гадюку отравляющую. Так, снаряжение... Зуб гадюки. Очень неудобное здесь управление, я вам скажу. Это еще что такое? Так, ясно. Моя игра вылетела на экран. И теперь будет писаться в оконном режиме. Ну ладно, что делать? Попробуем. Промазали, да? Зараза, это бежит за нами? Шайса. Вставай, беги, скотина, да что ж ты не бегаешь-то? Бегать можешь, идиот. Так, клыкач, давай, лети сюда. Я знаю, что ты жив. Да, это мне тоже это не нравится. А что делать? Нас сюда послали. Там этого бегемота его как-нибудь хотя бы немножко. Глаз. Бег, да, эти бегемоты мне не дадут, то спокойно. Может, немножко вызвалось там отравление, еще что-то. Ага, кровотечение пошло, понятно. По 12 единичек. Так, ну вот, друзья, я так думаю, что вся эта серия у нас такая вот с вами и будет.
Насколько вам это будет интересно смотреть, я не знаю. Беги! Что это было за перебирание ножками? Вот это очень интересно. Вот этого я не знала, что мой конь так может. А, мы на дыбы можем встать даже. Ясно. Еще и филаки. Господи, а где? А где филаки-то? Слушайте, уйдите, а. Без вас тошно. Куда деваться-то? Где филак? Так, дайте-ка посмотреть на карту. Ага, ага. Он, значит, тут фланирует по этой дорожке, да? Так понимаю. Знаете, что я сделаю? Для избежания недоразумений поставлю-ка я меточку на этого филака. Чтобы просто знать, где он. Ага, вон он. Мне вот интересно, насколько он глазаст. В принципе, если быть половчее, мы, может быть, сможем сбегать и просто забрать это сокровище. Так, клыкач, клыкач, ты там не светись. Я вижу, что он близко. Конечно, не зона, а жесть, я вам скажу. А как переключиться на соседнюю? Господи, какое неудобное управление! Да не это мне надо! Я не знаю, как это делать. Вот же, у меня есть снаряжение, у меня еще есть лук, в котором есть стрелы. Этот жертвест подбивать. Фух. Так, ладно. Бог с ним, с этим луком. Ибо я не знаю, как вот им... А, вот как. А на бегемотику слабо охотится, Сева? Что, филак ушел или он обратно возвращается? Ух ты, там летающие верблюды. С ними там филак разбирается. Ой-ой-ой. Пожалуй, мне придется сидеть за этим камешком довольно долго.
Да, он разбирается, похоже, обратно. Вот у него яростное перемещение, вам не кажется? Ага, вон он там по верхам бегает. Так, Сену, иди-ка сюда. Покажи мне, что тут происходит. Ах, вот оно в чем дело. Тут лев грызет верблюдов. Слушайте, а лев какой жесткий. Так, ага, я так думаю, что сейчас там появится у нас... Белаки лучшие из лучших. Шкурка появилась. Что теперь? Работает, друзья. Баран работает, да. О, еще одна шкурка. Ну, вряд ли лев сожрет филак, конечно. Так, скажи-ка мне, Сену тут тоже любовь поубивали? Нет. Так, спасибо, птичка. Подожди. Подожди, Паек. Побежали. Да ты... Давай. Там шкурки. Там ценные шкурки. Так, это вроде как мирные люди. Вот. Что тут у нас? Да. Нет, тут вроде ничего нету. Все. Уходим. Ты с ума сошел? Давай, да, убейся еще. Так, друзья, я не знаю, насколько с этим бегемотом мы сможем сразиться. Мы его, как говорится, котов душили. Ты что сделаешь? Ты что творишь? Паеку, иди нахрен! Да уйди отсюда! Что, ты бегать не можешь, что ли? Твою же дивизию! Блин, шайса! Нас сожрал бегемот. Цель рядом. У меня уже ни оружия, ничего нету. Цель рядом. Ну чё, шкуры тоже потеряли? А причем, собственно говоря, я же вроде... Да, птица, да, повернись ты в конце концов. Да. Мы же вроде все взяли, что нам надо было. Раз, а два, где у нас филак? Вот он. Милосердие. Все, пришел, молодец. Кто здесь? Жесткие бегемоты, блин. Так, иди сюда, клыкач.
глупо, конечно, но хотелось бы все-таки. Ты... Беги же ты! Лошадь-то чё не бежит? Тоже застревает, блин, бегемотов. О-о-о-о. С разинутой пастью. Да, пора прятаться за камешек. Фу. Так, ну что, друзья, это будет длинная серия, поэтому давайте-ка я сейчас запись приостановлю. Буду резать тут бегемотов, и если я их дорежу, то дорежу. А если нет, то уже нет. Так что увидимся с вами через пару секунд для вас. Так, ну что я вам, друзья, скажу. В общем, не стала я бить и убивать этих бегемотов, потому что это все совершенно бесполезно. Филак у нас ушел далеко, и я просто-напросто забыла. В прошлый раз я вытащила из корзины, вытащила там какое-то сокровище, и забыла заглянуть в ту самую, тот самый сундучок, который там еще есть на этом островке. А именно там и было то самое оружие. И сейчас я вам его покажу. Это у нас были клинки. Так, а почему нам их не дали? А где они? Вот, клинки бури. Вот они такие. Мгновенное усиление, шанс критического удара. Поэтому вот эти клинки двойные. Я просто, мне все время хотелось иметь клинки, вот эти два, и попробовать их. Вот эти мы можем запросто разобрать теперь. Так что вот, вот это вот мы отсюда и вытащили такими большими мытарствами. Так, ну а убить животное цели поблизости, это нереально. Я не знаю, какого уровня этот бегемот. То есть, если у нас здесь карта от... как тут у нас пишут, от 24 до 29, то вполне возможно, что как раз этот бегемот у нас 29 уровня и есть. Так что вот такие вот дела, и мы, наверное, отсюда с вами сейчас, чтобы не страдать сильно быстрым перемещением, переместимся куда-нибудь в более места нам подходящие. Так, пока не приехали всякие филаки. Ага, вот так вот. Тудым-сюдым тут ходит. Так, а переместимся мы с вами обратно в Александрию. Более того, предметы и папирус. У нас есть, ищи меня на полях Сепи Рес, к северу от Летополисского храма. Я лежу близ творения рук человеческих, что орошает песок водами благодатного Нила. Так, давайте посмотрим, где этот... Как он еще раз? Сепи Рек или Рес? Сепи Рес. Где он есть? Помнится, что как-то я его уже находила. Вот он, Сепи Рес. Вот он, Сепи Рес. И близ творения рук человеческого. Так, как он там проходит? Границу у него. Вот он, да? Так, ну творение рук человеческого, что орошают. Еще раз, что, как, кроме орошения, что у нас там было? К северу от Летополисского храма. Так, нам нужен храм. И нам нужны какие-то растительные эти самые сооружения. Так. Тут есть храм. Ну, мы мало что знаем, поэтому давайте-ка... Как недоступно? А почему недоступно? Что значит недоступно? Сюда тоже недоступно? А куда доступно? Ну, значит, туда. Получается, что этот дом у нас с вами совершенно еще не исследован.
Так, ну вот, более благие земли, хотя и здесь ходит у нас Филак. Дайте мне, покажите мне, где. Где-то он тут есть, есть, есть. Я помню, что он тут был. Не только на этом озере. Сколько ж их, друзья, господи, сколько ж их этих филаков? 40-й уровень. 40-й уровень. От страха мы начали даже шепелявить. Вот, здесь ходит 22-й. И в принципе, кулак Птоломея нам по уровню уже как-то подбирается. Так, ну, насколько я вижу, руки человеческие, это вот где-то вот здесь. И вот здесь. Вот это что у нас, храм? Ладно, друзья, у нас здесь есть много всяких интересных заданий. Но давайте этим мы с вами займемся уже в следующей серии, потому что это вот такая серия у нас такая. Вот нас побили, побили там, нас сожрали бегемоты. Мы позорно бегали от Филака. Поэтому мы сейчас с Байком пойдем, закусим морковочкой. И попрощаемся с вами. Огромное спасибо, друзья, всем, кто посмотрел эту серию. Заходите на мой канал, подписывайтесь, ставьте лайки, комментируйте. Всего вам хорошего и пока.